Блять, стрим сдох, приходится заново его запускать. Обидно, слющ. Ой, господи. Сейчас запущу всякого. Радмин. Ну, собственно, да, сейчас продолжим. Карта, блин, она какая-то уёбищная в своей слишком симметричности. Я не знаю, сложно это сказать. И не хватает живости ландшафта. Как по мне. Мы карту менять будем? Я не знаю. Давай её же попробуем, только ты как-то с золотом это... Поактивнее попробуй. Чё я сделаю? Золото захватишь как-то получше, побыстрее. Не да знаю. Не в том дело, блин, я же говорю, она какая-то слишком симметричная. Это странно. Ну как будто бы под линейку выведено. Это странно смотрится. Да. Бля, это где Радмин? Последний, давай тогда сейчас посмотрим, это вот все-таки еще есть. А в том дискорде есть. Нет. Что это? Можем просто на противостоянии классическом сыграть и не париться. Может. У тебя будильник, Кай. Выключу. Так, ну давай. Давай. Ну что-то Дискорд пиликал. Или то не у меня. Да, кстати, чуть-чуть. Чё, поехали. Ух, да уж. Ух, уж это противостояние. Чё вы там, так и не сделали идеального противостояния? Сделали, но только, блин, я не знаю, где эта карта валяется и как её... Ну, блин, ну вы это... Как я не знаю, как дети малые. Чё, нельзя в соответствующую папочку скачивать? Ну, вот... Люди же дурачки, ты же знаешь. Ну, а ты? Ну а я? Я только вернулся в игру, блин, сколько? Не знаю, месяц, может быть, назад. Да мне вообще не до этого вышло. А до этого? А до этого я просто вышел с сервера из-за вот этих всяких разногласий русских и вообще не играл в этой игре. Разногласий? Вышел? В смысле вышел? Ну типа я же с сервера ливал. А, я не знаю. Я, прости, я не заметил. Ну типа... Я имею в виду, что какая разница, ты вышел из него физически или просто не заходишь? В чем разница? И то, и другое было. Типа, камон, у меня все сервера, ну, замучены полностью. Вообще. Я понимаю. То есть у меня ни одного пилика нету. Ну, только мой родной сервер там, когда в упоминалке, так оно видно. А так вообще ничего. Потому что, как говорится, иди нахер, вот почему. Давай, давай, строй хуйню. Гренадёры у тебя, конечно, были неприятные. Я типа в тот момент, когда ты мне отхватил деревню, у меня только грейд строился. Ну, нормально. Не очень. У меня просто на сотку золота стоит, я построил... Я не знаю, сколько оно у меня стоит, я просто построил. Ой, блядь.
Ладно. Еще, блин, вылетела игра. Обидно. Че это? А, жратвы нет. Думаю, че юниты перестали строиться? Вот, блин, сычуют, бездельничают идиоты. Да. Не прикольно получилось. Бездельники. Так, блин, у меня идиоты танцуют вокруг своей оси. Некоторые. Ну, и не прямо сейчас, чуть пораньше, когда нормально. ГЦ строил. Это было не очень. Они еще могут там шляпу поправлять, что-нибудь там пятки чесать. Не, ну это если они вообще ничего не делают. А то имеется в виду, что они делают, ну, пытались сделать, но не могли. Это в этом плане. Ля-ля-ля-ля-ля, я пытаюсь что-то сделать. Ну, аналогично. М? Аналогично, в принципе. Да. Удручающе. Так, чем заняться? Куда пойти? Куда пойти, кого бить? Враг открыл огонь? А, ну да. Ладно. Блин, вот идиоты. Ополченцы там еле-еле что-то делают. На краю карты тыкают. Так. Ну, естественно, ресурсов не хватает, конечно. Чё тебе, блин, не хватает, сволочь? Егерь, ах ты пидор! Почему? Это же разведка с егерями слишком простая. Это вообще расплюнуть. Ну извини. Это слишком изи. Почему бы не упастить себе жизнь маленькой? Потому что это гейство. Вот сволочи. Да? Да. Ну я тогда крестьян забегать буду. Ты жук, блин. Тебе совсем прям хорошо играл. Да-да, спасибо. Как он написал? Прям вот сердечно спасибо. Так, я пока с Дискорда отключу, попозже зайду. Ага. Ой, блядь. Да. Отлично. Да, не трать выстрел, не трать выстрел, да, не трать выстрел, ага, охотно, блять, верю, не трать выстрел, не трать, блять, выстрел,
Классно. Здорово, нахуй. Ну это ж, блять, паскуда тут просто сидит. Ну да. Ну сейчас где-то мой второй отряд. В пепенях. Еще бы, нахуй. Ну и, блин, я перед ним засветился, потому что эти уёбки не стали в каре. Не в каре, а в эту хуйню. Что тебе? Наш отряд приближается к посёлку врага. Наш отряд подходит к селению противника. Надо сюда двигать, наверное. Не, на центр надо. Первоочередно на центр. Какого хуй, бля? Чего нахуй? Охренеть! Они мне дорогу перекрыли! Ну и да, темп, добрый вечер. Ну, зато у меня будет вот эта деревня. Класс. Ну и захватывай. Давай, селение захвачено, все, спасибо. Зато теперь у меня много железа. Угу, классно. 38 мушкетера, ну 38 мне не надо, а вот 11 я возьму. Даже 20, да, вот 27 давай. Ёкарную твою кочерышку через жопу выдернуть. Блять, ну спасибо, у меня респ еще такой классный, нижний. Так, эти идиоты там сидят, никуда не двигают. Что там, как вообще? Стоят делишки. Блин, ну. Сукин дети. Одним словом. Я удивлен, что он меня не трогает. Вот это, блять, прям удивительно. Ну, ребят, вы либо как бы вперед, либо назад. Слава тебе, Господи, захватил таких. Почему у меня на этом направлении никого нет? Я не понимаю. Я ж сюда отправлял столько идиотов. Где... О, блядь, не надо. Где все мои идиоты на том направлении? Сука, еще и отстреливает моих. Так, ладно, раз такое дело, давай сюда. Первая линия огонь. Даже не буду... Даже ждать не буду. И они никого не убили вообще. Вау, как говорится. Почему я не могу пополнить? Вот же пехота. Бери. 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 Классно. Требуется новая квартира. На передовой идиоты, а в тылу требуется квартира. Классно. Опять квартиры, блин. А где пехота? Где юнит? Так, я что-то совсем скукожился, я не знаю, что делать. Так, ну можно еще дом построить, пока что. Пока что строим. Там подумаем. Так, вам в каре. Вы, товарищи, давайте пионеров делайте отряд. Вы до сих пор не справились? Что это? Блядство. Ну, капец. Так, что это? Вальты, класс. Добрый вечер, это вальты. Может, за угол сесть? Надо бы за угол. За угол и в корешку. Я не знаю, хотя они вроде неплохо, да, надо за угол и в каре. За угол и в каре. Вы не устали? Это хорошо, потому что вы мне сейчас еще пригодитесь. Пилон юнитов. Кавалепиз. Ну конечно, ты решил подавить меня в одном направлении. Почему? У меня есть и своя кавалерия, но... Но. Но. Сил на исходе, да. Ну да, я разрядился, классно.
О, да. Угу. Здорово, мужик. Вообще огонь. Да. Неплохо. Здорово, пидорас. Надо кузницу строить. Интересно, сколько процентов армии у него здесь? Блять, а ведь он качается, сволочь. Кубик. Пиздас. Нормально. Режь, зажимай. Сейчас. Нормально. Справились вроде бы. Ладно, пионеры идут туда. Фух, блин. Расконтролил как-то это я. Как-то расконтролилось. Так, давай дворец. Хочу дворец. И, собственно, и все. Больше мне ничего не дают сделать. На этом мои потуги кончились. Так, вы давайте туда, наверное. Да, давай два отряда вон туда вот пошлем. Тут вообще какая-то смех и грех, как говорится. Что это, пионер? О, давай пионеров будем делать пока что. Стойте, идиоты! Капец. Угу. Я понял. Так, дворец готов. Это хорошо. Немножечко мужиков сюда. Еще тут построил. Вот так вот, наверное. Дело, как бы оно, да, хорошее. Фиг знает, сколько они сейчас тут восстанавливать мораль свою будут. Надо это контролировать. Одинокий мой пехотинец тут сидит, пердит. Прекрати стрельбу. И сиди, отдыхай. Вольтежеры. Гейские. Не надо. Ну, началось, блин. Естественно, промахи. Куда же без этого? Надо рынок поставить, ну так, на всякий. А, рукопашный здесь. Хорошо. Что тут, свежая кавалерия. Давай, прям на передовую. Отлично, отлично. Ох, блядь. Да,
Приехали. Ребят, снимаемся с квартир. Нам надо сюда. Кто там? Вольты? Вольты. Надо дожить. Чё по этому? Чё вообще по всему? Что у нас как? Ой, не знаю, ой, не знаю. Здорово, мужик. Прям вообще отлично. Жопа! Ненавижу вольтежеров. Ну скажите мне, вот как мне с ними справляться? Ну вот так, типа, как? Почему я так и думал? А, все, кавалерия того. Ладно. Ну и у него тут дохуя отрядов, а я да. Ебучие вольты, ненавижу вольтов. Вы... Они за... И это гренадеры. Да иди ты в жопу со своими гренадерами. Ёб же ж твою мать, ненавижу. Развивается как пидорасина. Чё так быстро? Ну да, куча промахов. Да ёб твою мать, как в это играть-то? Ненавижу этот нижний респ ещё и. А чё он такой киберкотлет, он затрахал уже? Говно. Ну, сбалить нахер. Ну, то как играть, да? Вольтами ебёт, гренадерами приходит. Ну, ты чё? У меня, блядь, еще и кавалерия сама не строится из-за этого мода тупого. Поиграли. Блин, аж голова разгорячилась. Чё, он не будет, что ли? Нет. Если бы у меня хотя бы кавалерия сама собой строилась, а то так, блин, мои уланы не уланятся. То есть, блядь, мне еще и контролить нужно то, что у меня кавалерия перестала строиться. Ну ёб же что вы шушмать. Я ж не могу заказать сразу, типа, сначала 45 таких, потом 45 таких. Тут мод на то, что у меня кавалерия не будет... ну, то, что там лимит маленький на кавалерию, нужно разных типов ее строить. Вообще не могу, классно. Бля, идите нахуй, скоты. Делают закрытые комнаты. Ненавижу закрытые комнаты. Я тоже хочу поиграть. Закрылись там, блядь, и сидят. Ну, собираем. Еще и народу нету на казаках. Я думал, хоть на казаки люди придут. А то в последнее время что-то мало народу. На стримах что-то в сентябре было нормас, а в октябре труба. Опять, как летом. Ай, блядь. Ариш такой себе. Ну, блядь, да, это лето, люди разъехались. А то вот осенью будет заебись, осенью такой, блядь. Опять говно, ну. Зимой-то все отдыхают, нормас. Зимой тоже хуйня.
такой, ну весной, это весной всегда было получше. Весной это уже хуйня. Хотя весной я не знаю, как там было, потому что весной я почти не стримил. Бля, я не знаю, если бы у меня хотя бы кавалерия была норм. Тут, блин, еще проблема, я первый отряд как лох всосал. О, уже пришел, ничего себе. Ну давай. Блин, чё-то я не уверен, у меня уже настроя нет тащить и контролить. Дискорд там положу так, чтобы видеть, если мне напишут. Чё-то уже не хочу один на один контролить. Да, противостояние карт хорошее, но проблема в том, то, что если ты одну деревню просрёшь, тут все. Это же, блядь, центральное золото. Если бы был центральный порох, я бы еще как-то смирился. Ну, блин. Хотя, ну а чё, куда мне отступать-то? Ну вот что мне делать с отступлением, если я отступаю? Ну отступлю я и чё? А врагов чё, меньше станет, как будто бы? Не меньше их не станет. Чего? Scouts moving out. Speed the bolt that brings death. Ты ж ёбжешь, ты ж налево. Говнюки. Чёрт. We are the angels of death. I shall fight on. Вставай! Bless us as we go into combat in his name. Так, подожди, мужик, а чё ты, как там вообще? Как там в плане этого сексинга? Ладно, заходим сзади. Чего, блин, ты чё там делаешь? Да, это для тебя конец, блин. Жопа какая-то просто. Ничего, он вложился адово в этих. Это ты, конечно, молодец, но дальше-то что ты делать будешь? Я сейчас просто вызову космодесант, ну и как бы добрый вечер. А у тебя что-то есть против космососантов? We serve the chapter. Squad on the move. Devastators at your command. Чего, блядь? Tactical Marines. Let fly! Loose the chapter's fury! Victory! Какого черта? Target confirmed. Engaging. Ah.
Not the best map, I'd say. Чего? Every fraction. Чего, блин? Ну, это, конечно, хорошо. Блин, ну я не хочу дробовики. Дробовики... Я не люблю дробовики. Еще нормальными болтерами повоевать. Не хочу дроби. Типа, блин, ну я уже вызвал, да, я хотел взять дробовик. Я бы ему показал, блять, из-за угольной тактики. Смотрел бы я, как он меня выкуривает из-за углов. Блять, лагать-то зачем? Scouts ready to earn our place. Scouts here. Go ahead. Go ahead. Changing position. Go ahead. Вот сука, а теперь он взял этих? Ну ты, блядь, гандёныш. Ну вы прикиньте. Теперь он взял обычных болтерных. Вау, классно, мужик. Почему я тебя не вижу? Развлекайся. Жопа с ручкой. Теперь котлеты душат. Да душат, только что в этом, в казаках душили, теперь тут душат. Да развернись, блин, а если оттуда сейчас придут идиоты? Что я с ними делать-то буду? Так, это, кажется, был гранатомет. Это была граната. Блять, ну они уже здесь. Сукины дети. Тут 15 секунд осталось. Он сейчас встанет из-за углов, возможно. Будет мне весь. Не знаю, я хочу девастатора. Счет мне подсказывает, что будет худо. Сейчас на выходе тут встанет, наверное. Да? Ну не бей ты по своим! Блять, ну конь ты ёбаный! Дробовики? Вот гандон с дробовиком. Space Marines on the field. At your command.
Хагух! Да прибей ты ё... Иди нахуй, блядь! Тупые, блядь, перила! Че эти перила через раз работают? Комби? Нихуя ж тебе, блин. Целая комби дрочня. О! Давай, давай, лови поток. Да ну писос, блин. Ready to serve, brother. New orders, brothers. The chapter calls and we answer. Channel is good. Go ahead. Space Marines on the field. Carry the machine spirit will carry us forward. At your command. Destroy them. Reading you clear and true. Какого ху... Да иди в жопу, козлина! Чё оно так легко взорвалось от гранейт-лаунчера? Ну, то есть это обычный гранейт-лаунчер. Это не чё-то там особый гранейт-лаунчер, это просто гранейт-лаунчер. Ну-ка, давай-ка вот так посмотрим. Тихо. Это не просто гранейт лаунчер. Ты стрелять сегодня... Да иди в жопу, козлина, блять, тактикульная. Блять, у меня shift немного залип. Гвардия? Блин, кстати, я не играл еще. Блин, я за... Зачем я за калибанцев-то против гвардии? Там нужно было кулаков, ну ладно. А теперь я буду дробовиками развлекаться. Бля. Капец, ну гранатомет это за что, а? Я аккуратненько, я специально оставил этого чувака вот тут, ну, типа, изнутри, чтобы... Ну, как это? О, блядь. Ну, чтоб, короче, меня чем-то не пострелили нехорошим. Я, как говорится, предполагал, но я не ожидал, что будет так. Просто предполагал дерьмо, но я не ожидал, что будет настолько дерьмо. Слишком. Да, ну вот видите. Ауф. Да. Некрасиво получилось. Так, что это, болтер?
Ну, турок немного не то, что я хотел бы увидеть. Go ahead. Scouts ready to earn our place. Go ahead. Scouts here. Go ahead. Scouts ready. Блин, вот этот фонарик, конечно, напрягает. Чё-то 20 секунд, да. Ну, не знаю, тяжелый болтер брать, не брать. Но он сентинелей дрочит. Это я хочу. Так, ну в итоге я потерял одного скаута. Ну, собственно, неплохо. Сивиниты с подобным... Ну, как тебе сказать? Не сказал бы, что все так плохо. Ну, бог хватает. Но можно было бы и побольше. Скажем так. Блин, ну это слишком близко. Ну, давай сюда вот попробуем. Что там? Несут станину на прострел, да? Скаут ready. Ага, я понял вас. Отличная, блядь, тактика у вас. Space Marines on the field. Ох, блядь, ладно. Understood. Твою мать, ну ему там конец. Я понял, как говорится. Девастатор отступить. Да, мужику конец. Можно констатировать. Так, давай аккуратненько вдвоем вы там. Так, ну космарь все. Космарь отъехал. Сейчас нужно занять перекрестки. А, вот они, вот они, вот они. Что такое? Кто? Что? Ну шо? Блять. Алло. Привет. Что там? Ну да. Scouts here. Go ahead. Scouts ready to earn our place for our enemies. Go ahead. Scouts ready. Understood. Scouts moving out. Destroyed. Engaged in close combat. The Emperor protects. Choose to kill. They cannot stand against us. For the Emperor! Scouts ready. Scouts ready to earn our place. Scouts here. Go ahead. Silent movement. Let's go. Feel the might of the righteous. Go ahead. Weapons ready. Go ahead. Scouts ready to earn our place. Scouts here. Go ahead. Scouts ready. Scouts ready. Return fire! Death is the servant of the righteous. Scouts here, go ahead. No mercy! Such are the wages of sin. We're moving now! The chapter calls and we have. Go ahead.
Let's go. Devastator Swan, ready for orders. Scouts ready to earn our pay. No mercy, no respite. Scouts ready to earn our place. Scouts ready. None mercy. Go ahead. Take that thing out. Ready to serve, brother. We are the angels of death. Go ahead. Fire at will. Так, что мы тут доминируем, да? Что-то вроде того. On the way. We are the angels. Говорится, срань господня, что тут происходит? Gunners eliminated. С той стороны что-то произошло. Так, ну не стукаться. Death is the servant of the righteous. This could be the end of me. Ready to serve, brother. Да, эти скауты чертовски дешевые, но они чертовски картонные, лучше я могу вам сказать. Ну, халявная комби-плазма, это хорошо. Что я вам могу сказать? Go ahead. Scouts ready. Scouts ready to earn our place. Such are the wages of sin. Угу. Расстрелы происходят. Scouts here. Go ahead. Какого черта, да попади ты по нему. Destroyed. Да. We join our brothers. We will open the way. Scouts ready. Так. Scouts ready. Go ahead. Ну как бы, мужик, ты что делаешь? They cannot stand against us. Scouts here. Go ahead. Ты зачем на убой лезешь? Блин. Scouts ready. Scouts ready. This day we join our brothers. Как тут вообще нормально вот так стрелять? О, хорош! Идеальная позиция для него. Так, давай там становись. Вот зараза! Нужна месла. Огнеметчик, ёкарный же твой бабай. Этого говна мне только сейчас не хватало. Сами разберутся как-нибудь. Yeah, boy. Кажется, готовый. Давай контрольный. Хорош. Serve, выезжаем. Отлично. Посмотрим. Ну, блин, вот это комби оружия мне нравится. У темных ангелов, наверное, у единственных, у капитана обычного взвода комби. О, здоров. Мужик! Ready to serve, brother. Серьезно? We walk with death. Valor and duty. Так, 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 а ну не подыхай. Go ahead. Так, ладно, хорошо, я вас понял. Moving out. Хочу вот этого топтыша сюда. Reading you clear and true. Ready to serve. Это еще какого хера? Вы, блять, кто такие, что там делаете? Yes, brother. Let them fear us, brothers. Не зря я вовремя дредноута взял. Если бы он еще не тупил. Чё за хуйня? Откатывай. А, блядь.
Это дредноут, мать. Пролазь давай. Дредноут, разведка. Так, там что-то плохое, да, там очень плохое. Так, отступить, отставить разведку, точнее. Тихо, 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 ну-ка давай. Давай мельтиста возьмем. Твою мать, секач! Ой, блядь. Опа! Хорош! А там что? Еще одно говно. О, да-да-да-да-да, давай-давай. Мужик! Не позорься. Корпус разрушен? Может, не надо? Воу, полегче! Черт возьми. Хорош, ублюдок. Ты что, упал? Упал. Ты что, отсюда сможешь стрелять? Ну, возможно. Ты идиот, скажи мне. О, хорош. Бля. Плохи дела. О, давай большого мальчика. Опа. И минус все косарскины. Отлично, мне нравится. Хорош. Так, тяжелый болтерник пошел. Что здесь? Развлекаетесь? Развлекаетесь. Развлекай. О, хорош. Какого черта? Твою мать. Нужен отряд космососантов. Он слепой, блин, вот это печально. На оба глаза слепой. Launching grenades now! Ладно, возвращайся. У нас еще дела с другой стороны. Ready to serve, bro. Так. Ну, вот такой топтыж. Сырылы, конечно. Капец, да сколько можно? Там просто... У него же 20 килов.
просто мрак какой-то. Уничтожитель. Got to say not much, I can do. Чего? Не очень понятно. Так, ну на кого-то они там сагрились. Чё-то там есть. Твою ж медь! Вот ублюдки мелкие. Так, давай возьмем дредака за 350. Просто это, потому что это дешевое говно. Блин, взрывы капец как усилили. А где юниты мои? Так, вот сейчас я вот не понял тут. Что-то тут как-то космодесанта стало поменьше. Нет, не нравится. Слепой, просто в усмерть слепой, никого не видит. Просто никого не видит. Возвращайтесь туда. Вы сюда. Так, ну они там заняли, блин, место. Печально. Хотя с другой стороны. Wait a minute, как говорится. Так, кохуй. Воу! Капеллан! Ёшкин твой кот, мужик. Давай. Давай по-человечески. Ну и чё, ты его не оттолкнул? О, да, не оттолкнул. Чётко, блин. Теперь только вручную их сюда вести, потому что они слишком тупые, чтобы сами это делать. Вот так вот, малыш, понемножку, топаем. Один? Охренеть, блин. Идёшь ты нахер, козлина. Все за счет дредноута позов... Оу, полегче. Вот это вот нам не надо. Это еще какого хера? Стоп, это десант. Блять, ну с лазером-то нахера я взял? Что я с ней делать-то буду? Ладно, дредноут с лазером, так дредноут с лазером. Пошел. Ладно, задний ход. Я стоп. А чё там? Ну так, типа. О, здорово, мужики. Воу, спонсон выебали. Так, нужно отступать, потому что ему скоро конец. Пройдешь? Проходи. Чего, блин? Вот идиоты, блин.
мудилы. Что творят? Он, конечно, идиот этот. Кем бы он там ни был. Это похоже на лоспушку. Так, ну ситуация такая, типа, сойдет. На уровне, ну просто сойдет. Нужно этих дебилов пускать куда-то в бой вперед. Где мои скауты, мать их? Я не вижу своих скаутов. Куда они все подевались? Должно было быть больше. Сукин сын. Спасай. Иначе будет худо нам. Ай, поздно. Поздно пить боржоми. Ёжишь, ты же налево. Ну, чувак, ну давай ты вот как-нибудь, да? Как-нибудь, куда-нибудь ты будешь по-человечески. Давай еще одного дредноута, что ли, вызовем. Не, ну а почему нет? Ну они дешевые. Бля, это косарский. Вот ублюдки, на. На. Выкуси. В целом, войск-то у меня много. В целом, да, войск немало. Ладно, валим отсюда. Надо проверить коридор. Вот этот. Что это? Скаутс? Ну, скаут так скаут. Ступи там. Ох ты ж, ёбжешь твою мать. Ну, вылетели, да, классно. За карту вылетели. Просто чума. А, они вернулись каким-то чудом, правда, один из них без ствола. Подожди, вон твой ствол, забирай. Жопа. Опять говно. Ну ёбжешь, ну шо ж мать, ну мужики, сзади. Да. Подождите, у меня на промониторе херня произошла. Кого-то убил? Фиг. Давай, топтыш, топти. Что ж мне делать-то, а? Мужики, скажите. Еще один дредноут пустим. Поздно. Не прокатило. Башню повредили, гады. Ну что, поехали. Тактикал Марины. Да подохните, ублюдки. А, блин, мышка на втором мониторе. Че они так долго подыхают, а? Бесите. Прикрыть ублюдков наших. Ублюдки должны жить. Чего, блядь? Иди нахер. Не попадешь, не достанешь. Так, надо сюда идти.
Where's the enemy? Ready to serve. Ready to serve, brother. Говорит, победа за мной. Yeah. Фу, блин. Ну, мужик очень больный был. Дредноут встал. Мимо. Ой, блин. Дробовики какие-то грязные, это да. Это да. Different map. Типа, другую карту? Еще даже не знаю, какую взять. Вот там одна. Ну, типа... Уф, я устал, честно говоря, я не знаю, что делать. Народу, так сказать, нагнать мощи не смог. Что-то народ не пришел. В самом этом, в самой игре меня насилуют. Обидно. Ну, блин, типа, ё-моё. Чувак играет прям по мете. Зей. Почему нельзя играть, например, без гренадёров? Просто пёхаться. Нет, блин, берут там. Прокачивается по-быстрому. Я не знаю, я устал, я не знаю, что я хочу. Я бы в Блицкриг пошел, на самом-то деле. Но вот я сейчас думаю, а чё толку-то? Ну вот. Не в том плане, чё толку. Ну, то есть народ же не пришел на Блицкриг. Переименовать стрим, чтобы может кто-то там заметит, о, а теперь он играет в Блицкриг, можно зайти. Что-то нет желания играть уже. Я не знаю, что делать. Перманентно. Не знаю. Перманентно это самое. Не знаю, во что играть перманентно. Не то, что сейчас. Не знаю, выше играть. Да, я бы еще перекусил, на самом деле. Ну, тут, конечно, да, что-то он как-то, я не знаю как, но он не давал прям мне закрепиться. Я не знаю почему, как у меня это получалось. Почему-то вот не получалось. Артиллерия, что ли, часто стреляла? Почему он меня убивал так хорошо? Ну, это Василиски, наверное, шмаляли. Что-то там пишут, блин. Чел пришел и ушел. Да, блин, никто не приходил. В чате ведь не написал то, что человек вышел. Как же он меня выбивал-то, а? Я не понимаю. У меня же были там юниты и все такое. Вот почему-то ж у меня не получалось, а вот у него пролода получалось. Как так получалось? Непонятно, как у него это выходило. Я не знаю, что тут делать. Может, за Эльдар попробовать. Давай за Эльдар, да. Не знаю, зачем, но давай попробуем за Эльдар. Ты его товарищ, что ли? Блять, может, за мехов и правда. Ну, Эльдар механом всосут. Ну и ладно.
вообще-то я как будто бы вымотался. Хотя ничего ж не делал, но вымотался. Не, ну как ничего не делал? Я делал. Я там много... Может быть, не совсем прям дофига, но... Ой, сегодня делал по учебе. Да. Хочу какую-то хорошую игру. Дайте мне классную игру, чтобы в нее можно было играть и с товарищами. Чтобы мне были интересные механики. Чтобы можно было что-то поисследовать в этих механиках. Ну вот, блин, ну вот... Как будто бы вот у Ultimate Apocalypse никогда не было, и мы такие, о, ОМВ. Ну и он только вышел, и мы такие, о, класс. Новые механики, новые фракции, никогда такого не видели. Ну, то есть, конечно, в Dawn of War видели и как бы в самом Вархаммере. Но вот чтобы вот так вот оно все было, чтобы оно бегало и тому подобное, вот такого не видели. Это прикольно, дайте поиграть. Так, что пока что поделать? Что-то я хотел Вариандру написать, но что, я не помню. Ну, по поводу того, типа, что там, почему я соснул? Да. Почему я соснул? Да, я не помню. Я не помню-то особо. А, ну да, там с кавалерией беда. Вот этот мод, он, конечно, хорош, но не очень. Ну давай. Ну один человек, одного не хватает, открытая карта, давайте. Пойти что ли взять конфетку? Купили конфеток, теперь жру конфеты. Вопрос зачем? Ну я сам попросил, ладно. Потому что я не знаю сколько я уже не ел конфет. Пару лет. Думаю, хочу какую-то... Сосательные... Ну, я вообще хотел не леденцы, а эти... Витаминки. Такие... Витаминки-дрожжи. Чтобы... Их можно было за щекой держать, и так... Ну, вкусненько. Геншин Импакт? Да ну нахер. Я лучше пойду в Ведьмака. Ведьмак спасет мир. А не Геншин. Одна проблема. У меня. Я бы пошел бы поиграть в Ведьмака, наверное. Я не уверен. Но у меня уже хуйня, что я не могу нормально играть без стримов. То есть я могу нормально играть без стримов, но... В казаках дали дрожжа за щеку. Сукин сын. Это.
Потому что, ну, мне неприятно играть, когда на стрим никого нет. То есть, когда стрим проваленный, как сейчас, то, ну, мне и играть не хочется, вот, на самом деле. Вот если бы, если бы тут сейчас было человек 15 и активно в чате трындели, и об игре, и о том, что там, как происходит, что по игре, как играть, что играть. Было бы намного приятней. Возможно, у меня даже бы хватило энтузиазма, чтобы активно хотеть еще одну катку. Сейчас у меня энтузиазма хотеть катку нет. Как-то так. Ну, это моя все хорошая сторона. Я зато почти не играю вне стримов. Арму 3, ну... Я предпочитаю Арму 2, на самом деле. Мне не нравится третья арма. Она как-то слишком скатилась в сторону Battlefield. Что по интерфейсу, что по графону. Какое-то оно странное. Ну, сама суть, конечно, да, осталась такая, типа, средненькая. Хотя вот в третью арму играешь, и я такой, бля, а в чем сложность? То есть, ну да, вот ствол он стреляет. Вот ты бегаешь. Присесть можно. Ну, то есть, единственная проблема — это найти врага. То есть, там стало больше растительности, и это стало еще сложнее. Вторая арма как будто бы самим своим естеством говорила: «Я хардкор». То есть, думай, что хочешь, я хардкор. Нагнетание трафика, блядь, я уже 4 года стримлю, алё. Как бы здрасте. Время надо. Сколько еще? О! Чувак пришел. Чего? Два Эльдара? Я на Эльдарах на самом деле года 3 не играл. Да, я, наверное, с 2019-го не играл. Ой. Я сейчас вообще в душе не буду что-то делать. Блин, там же как-то эти энергетические щитки можно ставить, а как их ставить, я не помню. Так, там механикус. Что делать с механикусом, я в душе не ебу. У него классные стволы. Я буду сосать. Ну, как бы и ладно. Ага, вижу щит. Интересно, эльдары быстро бегают? Вот так. Говорится, просто спрашиваю. Ага, я понял вас. As ever, we serve the craft world. Our armor fails. We trust in your guidance. We must save the lost. Whoa, whoa, whoa! As ever, we serve. Что стреляете-то? Сюрикенные эти педики, эльдарские, эльдар-педики сюрикенные. Че так больно? Это что, криговец? Да нет. А больно все равно. Вроде не криговец, а больно. Как бы. Блин, почему за эту штуку нельзя сеть? Нахера она нужна? Она вообще не активна. Чё, посылаем сюда. Ты пивов. Просто такая пьянка пошла. Ну, а что делать? Надо? Чё, сможешь поставить? О, есть. Круто. Так, но он не достает. Вот это обидно. О! Вот этот щиток. Вот этот щиток огонь. Теперь я смогу нормально тебя пидорасить. Так, вот тут больно. Да, да, вот тут больно. Так, нормально. Перемещаемся. Ближе к щитку.
Я не знаю, что это. Давай вот это. Там механикус, да? Что здесь у нас? Сюрикеновая пушка. О, фак! Сюрикеновая катапульта. Какое-то говно. А, ну самонаводящий, это самонаводящийся говно. Это поинтереснее будет. Отсосай. Отлично, мужик. Не, все равно какая-то странная вещь. Но это я понял, это потяжелее штука. Как называешься? Пусковая установка жнец. Понял. Чего? Ты чё сдох-то, а? Здесь у нас идет вечная перестрелка. А где главный? Мужики, где главный? А, вот. Оу, фак! Там, кажется, болтер установили. Нехорошо. Мужик. Понял. Беда. Отступаем. Беда пришла к дому. Капец, а чё горим-то, а? Чё-то это больновато как-то мне. На отступление. Надо сюда тоже поставить парней. А, блять, точка до сих пор не захвачена. Вот гад. Это я проебался. Ладно. Так, ну его воевать-то ты можешь? Можешь. Ну и все. А, я двигаться не могу. Хорошо. А, давай ремкомплектом постукай. Это ж, конечно, поможет. Охренеть, блин. Ты, блин, что такое? А, он там артиллерию вызвал. Эту штуку я, наверное, не хочу. Оу. Нехорошо получается как-то. Сюрикен катапульта, рассеивающий лазер. Ну-ка давай-ка рассеивающий лазер на этом фланге испытаем. Срань! Что творишь? О, нормально. Какая милая вещь. Оу, ну ёшкин ваш кот. Ребята. Хорош. Срань. Минометом бьют. Сгорело. Это нечто сгорело. Что, я вообще там никого не вижу? Кажется, я только что кого-то убил. Ага, ну миленькая вещь. Ох, ничего себе, я там нарезаю их. Блин, меня взорвали. Ладно, надо тоже артиллерию брать. Это наша, я надеюсь. Сука, а ты в курсе, что мы вообще-то 2 на 2 воюем?
Понимаешь, ты там чисто центр бьешь, но я что, фланги, оба фланга должен бить? Не многовато ли на меня одного? Нарезано, нет. Джетбайк? Не, ну джетбайк я не беру, наверное. Где моя эта дрочня? Пиу, хлоп. Драканы, блин. И куча всякого другого говна. Мне кажется, ты долго перезаряжаешься, да? А чё так туго? Это прям беда. Одного, блин, выбил, вау. Герой мой, блин. Чё, мне снайперов брать? Ну давай снайперов. Нет, блин, просто уже не знаю. Стоп. А чё, уже эти штуки доступны? А, за спецочки. Да. Чё, не едешь? А, он застрял. Ладно, вообще огонь. Мой герой. Ну давай, клиршот делай. Блин, а хорошо, однако лупит. Однако неплохо бьют, ты гляди. Давай одного туда пустим. Эту штуку назад. Что там насчет щитов? Давай щит поставим. Вот зараза, а. Это их I have a clear shot уже надоедает немного. Так, там идет прорыв. Тут ты застрял, да? Я понял. Давай, анимешная хрень, в бой! Чё, щит можешь поставить? Не может. Тогда ляж. Так, у тебя есть хоть что-то стреляющее? Нету. Ну и ладно. Упс, ладно. Я пошел, ребята. Вот этой штуки вам не надо, я думаю. Господи, да умри ты уже. Давай поближе. Все, молодец. Разобрался. Двигай дальше. Отлично. Так, двигаем, двигаем. Так, берем мстителей. Мстители это синенькие? Это синенькие. Все, синенькие молодцы. Синенькие больно бьют. Синенькие больно. Бьются. Их мы возьмем. Синенькие. Нет, это обычные. Так, молодец, все, пошел, пошел. О, фак, что это? Куча всякого разного говна. Yeah, boy. Мельтай, мельтай давай, ну чё ты, как нубас. Ладно. Ладненько. As ever, we serve the craft world. We trust in your guidance. Exterminate them! Know our wrath! Their existence is a moment's
We will stand against any enemy. I have been the same. Our grenades are in flight. We are taking put an end to them. Be still. Now try to speak now. Seize the advantage. We are under enemy guns. Make for cover. All guns upon the foe. I have a clear shot. I have a clear shot. Kane will be pleased with our onslaught. Attack with great. We trust in your guidance. Return fire! Return fire! I see no need to as ever, as we serve and trust in your guidance. Ever alert. Savages! You shall not profane this vessel. They turn us in upon ourselves. We are ready for war. I have a clear shot. I have a clear shot. I have a clear shot. Ever alert. We trust in your guidance. I have a clear shot. We must save the lost ones. We trust in your guidance. I have a clear shot. We will stand against any enemy. I have a clear shot. Return fire. We are under return fire. We shall strike hard. Kane. Да, ну что тут как вообще? Да, блин, что эти не в ту сторону делают, вот это обидно. Постоянно не в ту сторону. Чё тут? Ага. О, ну теневая штука хоть что-то сделала. Я, дурак, поставил всего лишь на 100 ЦП. Короче, реализовать нового теневого, потому что, ну, всё как бы. Ну, Эльдары забавная вещь, конечно. Вообще, да, давай вот сюда вот на этот план ссылать своих бойцов. Эта хрень по тому флангу будет, а синьки пойдут сюда. Так. Тихо. Ой, бля. Мужики, давайте сюда. Не выйдем. У меня есть, короче, лазер, а вы идите нахрен. Все. На этом мы порешим. Это, короче, те же самые сюрикенки, только очень точно стреляют. Они, собственно, пойдут у меня, ну, плюс-минус на убой. Так, ага, и тут где-то еще щит могу влепить, да? Ну давай, вот тут. Ну ёкарный твой бабай, ну как ты его поставил? Да. Нормально, нормально, хоть стрелять может. Ладно, отступи хотя бы. Ты там бить-то будешь как? Блин, а вот это беда. Чем стрелять-то? О, давай, пульсарка вот эта. Отлично будет стрелять. Опа. Готов, мужик? Это мои? Не очень. Так, что тут как? Стоим. Стоим на страже. Порядка. Хорош. Ну-ка давай-ка вот этим продвинемся немного. Не, ну как бы о чем мне сделает. Давай пустим вот это в бой, у меня все равно 800 очков, я не знаю, куда их делать уже. Эти щиты, блин, вечные в ту сторону ставятся отдельно. Я надеюсь, у тебя есть какой-то кубик, которым ты делаешь себе щиты. Видимо, вот это, да. Так, давай продвигаемся. Давай, 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 поехали. О! Посети-ка их. А это что там такое, я не понял. Эх, не попадаю. Ну и ладно. Нет, так нет, что я могу сказать. Отличные тут укрепления, я смотрю, прям огонь. ГГ.
еще на этом направлении. Да. Ну, вставай, блин. Не лагай. На, он оглушен. Engines ready. Where are we needed?